Итак, всем привет, ребята, с вами Император Prime, командир клана Рейнс. И сегодня опять очередной бой на ФЦМ. Так как танчик, конечно, неплохой, вот, но не все могут на нем играть, скажем так, нагибать. И вот один из таких классных боев, на котором картон просто нагибает на Энске. То есть карта в основном... Многие знаете, даже на глобальной карте в основном тяжелый сетап используют. Вот. И этот танк даже на Энске просто тащит. В умелых руках он просто разрывает. Вот, как вы видели, некоторые мои бои, 97 тысяч чистыми за 5 минут просто на нем вот так хоп и все. Но это все, конечно, зависит только от умелых рук. Если вы не умеете играть на танках, в которых нет брони, конечно, то желательно лучше их не покупать. Если у вас отлично это получается все, то, естественно, конечно, вы будете нагибать, будете тащить. Это без базара. Как вы видите, сейчас просто чувака на И6. Вот смотрите, какой он тормоз. Вот видно, купил танк, а ума нету играть. Две плюхи уже получил. Стреляет по мне статист ВКшка. Третью плюху с поджогом. Смотрите. 300, 400 поджог. 500. Гори-гори ясно, малыш. 640. 700. 702. На 720 чувак, короче, сгорел. Нормально, да? Это не возить вообще даже. Вообще ни автомата, даже ручного не привез. Ну, тормоз. Что я могу сказать? Тормоз из тормозов. Теперь смотрите, ВК у них во взводе. С кем же он во взводе? А, челленджер. Опа, залетает статист на КВ-5. Смотрите, 1800 хп. Получает плюху еще. Хопа. Ну. Еще, малыш, получай. Сколько же у него там эта стата КВ-5? Нормально, 54 стата, 1300 КПД по риле. Нормально. Еще. Статист подсосал фраг на ВКшке, забрал. Ну, тут уже понимаю, что надо получить плюху. Я получил плюху, и надо статиста добирать. Просто КВ-5 разбираю почти в сухую. Одну только плюху получается. Здесь у нас ВКшка, статист. Думаю, надо забрать. Но тут и с третьей появляется. И забираем. И со третьего выкатываюсь на статиста. Получи плюху. Откатываюсь назад. Понимаю, что уже нет. Надо просто забирать его. Он на меня в клинч. И еще насасывает. 6-2. Тут челленджер. Ну, опасный чувачок. Уже 3. 500 дамага, можно сказать. 3 фрага. И просто, блин, за 2 там с копейками минуты. Просто уже вот так вот чуваки насасывают. Только один раз ВК дала и КВ-5. Ну, здесь на карте, как вы видите, показан из третий. Я как раз еду за ним. А вот и он. А вот и он, парниша. Выкатываюсь. Даю плюху. Получаю плюху. Ну, а что делать? Не пробил, под наклоном стоял. Хорошо. Пока отвлекается, я его контролю. Просто бью в каток передний. Вангар, четвертый фраг. 3950 дамага уже на Энске. Это, как бы сказать, довольно неплохо. Так, летим, летим, просто летим за ИСом третьим. Опа, и тут ИС третий. Ну, ну, даю с вертухана просто. Почти подставил башню Т-32. Лечу еще плюху. Еще плюху. Ну. На ходу стреляю тараном. Не получилось, скорость сбавилась. Ну, еще плюха. Получай. Забирает чувака. Почти 4900 дамага на Энске. Вот. Вот так вот, в принципе, вышло здесь 113 тысяч чистыми. И, опять же, короче, можно сказать, за 5 минут, смотри, еще 10 минут осталось. За 5 минут 113к.
Просто шикарный бой, короче. Так что, парни, кому нравятся такие танчики, покупайте, нагибайте, фармите бабло. А с вами был Император Prime. До следующих обзоров. Всем удачных нагибов, всем удачного фарма. Всем пока.